Денис, с победой, как можешь прокомментировать сегодняшнюю встречу? Считаю, мы сегодня сыграли в свой футбол, именно тот футбол, которого от нас требует Анатолич. На скоростях все в одно-два касания, это нам сегодня удалось. На протяжении всей игры, я считаю, мы держали очень высокий темп, поэтому не давали где-то даже пространство сопернику для каких-то взаимодействий. Считаю, матч нам полностью удался. После забитых мячей, во всяком случае после двух, команда придумала два таких флешмоба. Это было заранее задумано или же импровизация? Задумано было, задумано. Сегодняшний матч для тебя, наверное, особенный. Ты все-таки играл против своего отца, который был во главе команды соперников. Какие-то особенные, можно сказать, мотивационные позывы были ли перед матчем? Показать себя? Нет, вообще. Для меня была задача сыграть на ноль, так как я играю в обороне. Для меня этот матч такой же, как и все остальные матчи чемпионата. Те матчи, в которых мы играем только на победу. Что после матча сказал Олег Дулуп и, конечно же, Сергей Искович? Сергей Искович, не знаю, пока с ним не виделся. Но Олег Дулуп просто поздравил нас с победой, сказал, двигаемся дальше, работаем. Впереди у нас два очень тяжелых матча. Готов ли, собственно говоря, к тому, что будет произведена ротация состава? И как вообще смотришь на два серьезных противостояния? Ну, я считаю, что если мы хотим добиваться каких-то результатов, в этом году мы должны такие матчи выигрывать. Больше нечего сказать. Это ключевые матчи, в которых мы должны показать себя на 100%. Есть ли шансы с футбольным клубом «Неман», за счет чего мы можем пройти эту команду? Шансы есть всегда. Надо выходить и играть в свою игру. Поэтому никаких проблем. Мы никого не боимся и не испытываем никаких проблем. Будь то «Неман», будь то еще какой-то соперник. Спасибо.